Всем привет! Вышел очередной ивент по куриным медалям для игроков PUBG Lite под названием «Куриный марш». Следующий ивент будет разбиваться на 5 миссий. Первая миссия – игра на викенде 7 раз, в период с 1 марта по 7 марта награда 70 куриных медалей. Вторая миссия – на переверке в режиме FFA 5 раз сыграть с 8 марта по 14 марта 70 куриных медалей награда. Третья миссия – любая карта в дуо режиме 7 раз в период с 15 марта по 21 марта. Награда также куриная медаль 70 штук. Миссия 4 – играйте в боди 4 на 4 5 раз в период с 22 марта по 28 марта. Награда куриная медаль 70 штук. И миссия 5 – играйте любую карту в сквадах в режиме 7 раз в период с 29 марта по 4 апреля. Награда куриная медаль 70 штук. Могут играть 2-3-4 человека в отряде. Все возможно. Так, общая продолжительность мероприятия с 1 марта по 4 апреля 2020 года 9:00 МСК. Общая награда, которую вы можете получить, куриные медали 350 штук. Награды можно будет забрать по завершении миссии. То есть каждая миссия заканчивается, и вы забираете свою награду. Первую миссию уже завезли, заходите в игру, нажимаете вот на вот этот аирдроп в правом верхнем углу. Вот она. Первая миссия уже готова. Играйте 7 матчей на викенде, забирайте 70 куриных медалей. Так, окно события появится, когда вы войдете в игру во время продолжительности событий. Если вы уже находитесь в игровом лобби, когда начинается событие, пожалуйста, перезагрузите лобби через системное меню, чтобы увидеть событие. Ну, то есть вы вошли в игру, нажали на этот кейсик, и у вас вот она уже есть. Зашли, неважно, выиграли вы, победили, или вас убили сразу, вы можете заходить в игру, там минута, выходить, заходить, выходить 7 раз, так и получается, миссия прошли, забрали 70 куриных медалей, скорее всего, здесь, в инвентаре, ну, как и в прошлый раз, и в предметах. Здесь у вас будут куриные медали. Также данную инфу по миссиям, когда и во сколько они будут начинаться, я выложу в описании. Переходите, чекайтесь. Не забывайте поставить лайкосик под видео. Подписаться на канал, если вдруг еще не подписаны. Ну и пишите свои комментарии. Всем спасибо за внимание. До встречи.